Скажите, пожалуйста, вот вы уже успели познакомиться с кем-то из конкурсантов, с их творчеством, или с завтрашнего дня для вас это будет такой некий сюрприз? Я знаю, какие ребята будут петь песни, но в любом случае будет сюрприз, потому что одно дело, когда ты видишь людей близко, а другое дело, когда они выходят на сцену. Это уже как сцена будет, любить их или нет, камера любит или нет. Поэтому посмотрим завтра. Скажите, пожалуйста, ну вы все-таки более строгий член жюри или как-то что-то способно повлиять на ваше решение? Нет, никто не может ни на что повлиять. Талант, ребят, никогда нельзя, чтобы что-то тобой еще дирижировало. Потому что для них же это все серьезно. Но все-таки впереди очень долгая неделя, напряженная. Скажите, пожалуйста, у вас будет время для того, чтобы отдохнуть? И вот есть ли от вас какой-то такой быстрый способ, как можно релакснуться, вот чтобы буквально прийти в себя за... На пляж, в ледяную воду, и все будет в порядке. Спасибо большое, удачи!